Каждое утро вставало солнце. И каждое утро без устали играл на своем туйдульке бедняк Керим. Он воспевал красоту своей возлюбленной. Воспевал покой пустыни, величие гор, журчание воды в Арыке. Все, что окружало тайну двух сердец. Сердце самого Керима и сердце его возлюбленной, байской дочери Зибы. Шли дни, и на многострадальную землю бедняка Керима пришла советская власть. Она входила в жизнь каждого бедняка, ломала веками устоявшиеся законы. Она все переделывала по-новому. Но старое не хотело уходить. И настало трудное время. Новое и старое вступили в яростную схватку. Извините, Атанияс Ага, извините. Я не могу вас пустить к себе. Посмотрите вокруг, что делается. Что они подумают, когда увидят, что вы зашли ко мне. Извините, извините, Атанияс Ага, извините. Эй, флаг неси! Быстрее! Да быстрее! Подними вы. Салам алейкум, Атанияс Ага. Гвозди кончаются. Салам алейкум. Бог в помощь. Спасибо, Атанияс Ага. Но какая нам, беднякам, польза от Бога-то? Мы теперь сами на себя надеемся. Правда, баба? Верно, верно. А что, Атанияс Ага, пришли бы да помогли нам? Он боится руку занозить. А вот идет жирный Атанияс Бай. Каждый день он съедает отару овец, поэтому у него вот такое пузо. Веселились ребятки. Атанияс Ага, почему вы хмуры? Атанияс Ага. Вам грустно? Вы хотите быть счастливым? Женитесь на мне. Только станьте таким, как я. Станьте небесным, Баяка. Травой дышите, а воздухом питайтесь. И я вам рожу такого сына. Он осчастливит вас. Иди, играй, доченька. Женюсь обязательно. Иди, играй. Это стол. Вам помочь, дядя Батыр? Нет, спасибо. Это стол! Это стол! Вот мама.
Теперь будем жить по-новому. Его белой материей нужно накрыть. Но белой материи у нас нет. У меня есть, я вам дам. Откуда у тебя? Я давно себе ее приготовил на саванне. Но сейчас у нас новая жизнь пошла. Ни к чему мне уже эта материя. Я теперь больше 100 лет проживу. Смотри, Батыр. Салам алейкум, Атания-сага. Карагоч, в чем дело? Почему прячешься? Не знаю, что и делать. Как дальше жить? Сейчас ничего нельзя. Что раньше можно было? Плохи мои дела. Мне очень необходим ваш совет, Баяга. Что вы тут стоите? Идемте в кибитку. Гости уже давно собрались. Идем, брат. Зайдем, Карагоч. Там и поговорим. Салам алейкум. Алейкум. Салам алейкум. Рад вас видеть. Сели здоровы? Спасибо. Спасибо. Я ездил в город. Нехорошие вести. На базаре только и разговоров. Будто бы власти собираются заново переписывать весь скот. За неверный подсчет скота председателя аулсовета Атапаши сняли с работы. Жалко. С этим мошенником нам неплохо жилось. А теперь его сняли. Да. Дела наши действительно неважны, Атаниас. Как ты нам сейчас посоветуешь, так мы и будем делать. Бай нашего аула тоже хотят услышать ваше слово. Что нам делать? Это не яс. Да-да, мы все ждем. Что ты решил? Это не яс. Что скажешь? Что нам делать, Атаньяс? Ха-х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 а-
Жить будем, вот что делать. Ну вот это ответ. И на похоронах же шли. Каракоч, так что там у тебя? Вот поистине, это не я, Сака. Когда я рядом с вами, я как за скалой себя чувствую. Я надеюсь, вы хороший мне совет дадите. Вы знали моего чебана Мереда? Почему знал? Знаю. Нет, теперь уже знали. Вчера я в горячке ножом ему в горло. Да что? Захотел в колхоз. Требовал отдать ему все, что у меня заработал. А я же не могу все это отдать. Да. Глупо ты поступил. Узнает Батыр, тебе не сдобровать. Вот что я тебе скажу. Уходи быстрее за кордон. Спасибо, Таньясага. Я и сам тоже так думал. То, что можно было продать, продал. Сегодня же уйду за границу. До свидания. Каракоч! А? Не отдашь ли ты мне свою батрачку «Газель»? Что? Хороший выкуп я заплачу за нее. «Газель» — мать моего чебана Керима. Надо быть благодарным преданным нам людям. И вот что. Оставь «Газель» вместе с кибиткой. Нажимай так. Что ты собрался делать? Что ты надумал? Постой, не надо. Прошу тебя, не надо. Уйди. Алло. Это я, Шага. Это я, Карабай. Откройте. Баяга, вот тот человек, которого вы так долго ждали. Многоуважаемый Бахрам-хан. Мне много говорили о вас, бай. О вашем богатстве, о вашем прозорливом уме прослышаны даже за границей. Вас очень уважают мои могущественные друзья, Баяга. Сложные тяжелые обстановки для вас, Баяга,
Мои друзья протягивают вам руку помощи. Если большевики хотят держать вас в нищете, в унижении, то друзья ваши по ту сторону раскрывают вам объятия. Если правильно я вас понял, вы мне предлагаете покинуть землю моих отцов? Да-да, Баяга. И немедленно. Тут медлительность смерти подобна. А когда здесь снова настанет порядок, вы вернетесь тем же Атаниязбаем. Я понимаю трудность этого решения. Но пока другого выхода нет для вас, Баяга. Ну как, Баяга? Надо подумать. С людьми надо посоветоваться. Чаю, Бахрам-хан. Брат, ты что тут сидишь? Почему не с гостем? А? Зиба, принеси воды. Кто это такая? Это Зиба, дочь Атаниязбая. Поистине сказано, что дикие джейраны украшают степь. Тяжелые времена пришли на нашу землю. Голытьба теперь здесь хозяйничает. Но друзья наши за кордоном хотят облегчить нашу участь. Они направили к нам своего посланца, досточтимого Бахрам-хана. И мы все, кому дорога родина, где покоится прах наших отцов и дедов, собрались сегодня послушать, что нам скажет высокий друг наших покровителей. О чем тут говорить? Да, все ускользает из рук. Обычаи, стена, возведенная предками, рушится на глазах. Лучше бы уж ослепнуть, чем видеть такое. Уважаемые гости, что же чай не пьете? Почтеннейшие, вы должны знать, что я представляю самое богатое, самое могущественное государство в мире. Там вас считают великими вождями великой нации. Так оно и есть. Спасибо за добрые слова, Бахрам-хан.
Меня послали сказать, что в эти тяжелые дни разгула красной заразы вас с радостью встретят у себя ваши друзья. Большевики хотят отнять у вас все, сделать вас нищими и голодранцами. Поэтому я предлагаю гнать скот на юг, туда, где не достанут вас голодные волки. Ха! Это что же? Выходит, надо оставить голодранцев в покое? Пусть на нашей земле хозяйничают, что ли? Покинуть родную землю, поселиться в чужих краях, жить там в изгнании. Сейчас родная земля стала для нас чужой, а там бай всегда баем остается. А бедняк бедняком, и никому не позволено поднять руку на чужое богатство. О чем и говорить. Покинуть родину совсем нелегко. Но и продолжать жить среди вероотступников тоже невозможно. Тут посягают на нашу свободу, наше добро. Тут топчут законы и обычаи наших предков. И все это на родной земле. Пусть пойдет она прахом. Поэтому, не раздумывая, мы должны оставить ее и уйти туда. Легко сказать, уйти в чужие края. Ведь это не на пастбище отару гнать. Не шули. За кордон путь гораздо ближе. И климат лучше. Чем в ссылке. Так вот, когда человек заболевает, он зовет себе на помощь лекаря. Бахрам-хан сам пришел к нам. Мы за это благодарны ему. Спасибо, Даниязбай, спасибо. Сейчас, друзья, мне кажется, самое подходящее время гнать отары ближе к границе. Не так ли? А как перейти границу, Карабаю лучше знать. Об этом не беспокойтесь, Бахрам-хан. О другом подумайте. Как сохранить наш замысел в тайне, чтобы большевики, все их активисты, Карабега, на время не пронюхали. Карабега. Змея в своей норе завтракает. Они уже знают, чем. Карабега. Надо убрать с дороги самых ретивых. Тогда спокойнее будет. Карабега. Чего тебе? Батыр убил Каракоча. Что? Врешь! Не может быть! Да. Убил на границе. Да примет его к себе Аллах. Да упокоится его прах. Да, плохая примета. Извините, я тоже пойду. Потом поговорим. Как-нибудь потом. О, несчастный брат мой Каракоч. Ой, на кого ты меня, сироту, оставил? Батыр, настанет день, и ты еще узнаешь Карабая. Клянусь, я вырву все волосы на твоей голове и отсеку ее. Мой бедный брат, не будет мне покоя, пока я не отомщу за тебя. Салам алейкум, Аннагуль. Ва алейкум ассалам, баба. Батыр дома или нет? Дома, дома. Чем он занят? Дело у меня к нему. Нянчится с соседским ребенком. А, хорошо. Совершу-ка намаз. А то время молитвы проходит. Аллах Акбар. Субханика Аллахумма ва бихамдика ва таваракатмика ва тааля джаддика ва ла иляха гайрук.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Я вижу, мой саван вам пригодился. Да-да. Проходи, бабага. Батыр Джан, я не помешал? Нет-нет. Дай мне ребенка. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Бабага, взгляни на молоко. Куда? На молоко. Ну, гляжу. Посмотрел? Посмотрел. Что увидел? Молоко. Еще раз посмотри. Что видишь? Ничего не вижу, кроме молока. А кровь видишь? Что? Кровь. Нет, батыр, никакой крови я не вижу. Да ты получше посмотри. Нет никакой крови. Пристальней смотри. Ну, смотрю. Есть кровь? Нет, крови нет. А почему же в народе говорят, что если пристально смотреть на молоко, можно увидеть черную кровь? Ну, понимаешь, Батырджан, просто поговорка такая. Я и сам знаю. Но теперь эта поговорка не годится. Сейчас, когда у нас настала новая жизнь, молоко должно быть чистым и без всякой крови. Как знаешь. Послушай, батыр, Карабай, ходят слухи, решил отомстить за смерть своего брата. Он подкупил басмачей, чтобы они тебя, ну, понял. Будь осторожен. А где они? В камышах прячутся. Наверное, ждут, когда мимо пойдешь. Они мальчишек расспрашивали, в ауле ли ты. Ну что ж, долго им ждать не придется. Спасибо тебе, бабага. Батыр, ты куда? Наших сейчас в ауле никого нет, а один туда не ходи. Да я не туда. Я к Бродобрею. Давно у него не был. Постой. Сынок, кроме тебя у меня никого больше нет. Делай, как сердце велит. Анагуль, какая же ты мать? Посылаешь родного сына на верную смерть. Я была верным другом своего мужа и счастливой матерью семерых сыновей. И все они посвятили свою жизнь доброму делу. И каждый смог мужественно.
Батырджан! Молодец! Брось нож. Если б ты не опередил меня, я бы и сам с ними справился. Выше, выше руки! Ну что, Карабай решил отомстить за брата? Сколько он обещал тебе за мою голову, не продешевил? Да брось ты, Батыр. Вечно ты всегда так думаешь. Ты поверь, Батыр, мы хотели сами к тебе прийти и сдаться. Сдаться, говоришь? Да, Батыр. Поверь в последний раз. Прошу тебя. Отпусти ты нас. Если кто-нибудь из моих ребят появится в твоем ауле, лично я сам ему голову оторву. А ты знаешь, где кончается граница моего аула? А? Там, где кончается советская власть. Понял? Стой! Батырджан! Берегись! Батырджан. Как же это так, а? Батырджан. Молоко должно быть чистым. Приездом, товарищ. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, Нурли. Салам алейкум. Здравствуйте. Знаешь, а мои тебя вчера ждали. Да. Мирдан, есть новость. Ага. Я с ними поговорю, а потом пойдем ко мне. Наши тебя ждут. Хорошо, Мирдан. У нас тоже есть новость. Какая? Басмачи устроили засаду на Батыра. Засаду? Да. Батыр узнал об этом. Сам пришел к ним, троих арестовал, одного убил. Убил? Как вы это допустили? Это же самоуправство. Зачем вы так? Батыр защищал свою жизнь. Поймите. Я бы, сынок, не ругал Батыра, а сказал ему спасибо. Мало того, мы даже хотим предложить выбрать его председателем аул-совета. Думаю, люди нас поддержат. Он человек честный. Лучшего для аул-совета нам не найти. Это уж точно. Да вот он, сам идет. Красная рубашка, красная рубашка, оптимист. Красная рубашка, гроза Басмачей. Дайте фотер. Здравствуй. Здравствуйте. Салам, Батыр. Здравствуй. Здравствуй, Батыр.
Ну вот что. Хотя я не могу одобрить твое самоуправство, но предложение товарищей, председателя колхоза, наших активистов, выдвинуть тебя председателем нашего аульного совета, это правильно. Поддерживаю. Спасибо. Давно надо было. Я не подведу. А никто и не сомневается. Но самоуправством раз и навсегда надо будет покончить. И потом. Вид у тебя. Извини меня. Но зачем тебе такие длинные волосы? Людям это не нравится. Ну, не привыкли они видеть нормального человека с такими волосами. В общем, подумай о своем внешнем виде. Не людям, а бае мне нравится мой вид. И потом, когда я был на работах в городе, у меня был друг. Его так же звали Сергеем, как и вас. И вот однажды басмачи вырвали ему волосы. На моих глазах. Отрезали голову. И при этом сказали, что поступит так с каждым, кто осмелится носить на голове волосы. Вот моя голова. Вот мои волосы. Их видно каждому баю и каждому басмачу. Я же... ничего не знал. И товарищи тоже об этом ничего не знают. Охотников за твоей головой найдется немало. А новость такая. Баям удалось скрыть больше скота, чем нам известно. Говорил я тебе, Мирдан, камыш режет руку, если его держать слабо. Сергей Николаевич, сейчас же, немедленно, надо отобрать у них имущество. И всех, всех до единого арестовать. А простых людей? Бедняков, которые еще верят баям, их что, тоже арестовать? Если это байский прихвостень, лизоблюд, нечего раздумывать. Ну, знаешь. Я боюсь, не поторопились ли, выдвигая тебя в аулсовет? А вы, Сергей Николаевич, посмотрите мне в глаза. Ну и что? Учитель сказал, скоро нам новую школу построят. Правда? Вот здорово. И парты будут. А! Уже все? Да. Я книги тебе привезла. О, спасибо. Какой он красивый. Хочешь покататься? Что? Покататься. А он не сбросит меня? Нет, тебя никогда. Вот позор, а? А почему позор? Где это видано, чтобы туркмен на коня посадил девушку и по улу катал? А ну, конечно. У кого на женитьбу денег нет, что остается делать, а? Это не от бедности, от радости душевной. Ага. Ты чего тут расселся? Лучше делом займись. Ну и времена. Слова сказать нельзя. А вы не знаете, люди Карабая на Батыра устроили засаду в камышах. И что же, поймали этих негодяев?
Еще хотим поговорить о ваших чабанах. Хорошо, хорошо, я сейчас приду. Мы вас ждем. Не я скули! А не я скули! Звал, брат? Что с тобой? Меня вызывают в аул совет. Если вдруг я не вернусь, позаботься о моем доме. И вот что. Последуйте советам Бахрамхана. Другого выхода у вас нет. За что нам такое горе? Делайте так, как я велел. Жена! А ты почему сидишь? Ступай домой! Да. На словах у вас одно, а на деле получается другое. Скажите, сколько шерсти вы настригли в прошлом году и куда ее дели? Я вам квитанцию покажу. Продал государству? Я вас не обманываю. Да нет, квитанции ваши нам не нужны. То, что вы сдали государству, мы знаем. Вот вопрос только. Все ли? Все, продал. А у нас есть сведения, что вы некоторую часть переправили за границу. Клянусь Аллахом всемогущим, я от государства ничего не скрываю. Чтобы я от моего народа хотя бы что-нибудь утаил. Перестань, моего народа. Враг ты своему народу. Враг. Скажите, а сколько у вас всего баранов? 400. О, заливает. Ты слышал? 400. Что? Думает, мы не знаем, сколько у него на самом деле баранов. Хитрый бай. Ну, хорошо. Мы знаем, что на вас батрачат по крайней мере 40 чабанов. Чьих же баранов они пасут? Не знаю. Чтобы на меня работало столько чабанов, от вас впервые слышу. Не знаю, не знаю. Знаешь. И ты приведешь их сюда. Нам нужно поговорить с ними. Как я могу привести, если никого из них я не знаю? А я говорю, знаешь! Я, батыр, тебе в отцы гожусь. А ты на меня кричишь, словно на своего ровесника, сынок. В самом деле, когда это было видано, чтобы младший повышал голос до старшего? Значит, не хочешь. Отказываешься от нашего поручения. А ну, встань. В общем, так. Если в течение недели твои чабаны к нам не придут, пеняй на себя. Говорю же, я никого из них не знаю. Знаешь. Знаешь. Я могу домой идти? Иди. Стой! Вернись. Иди сюда. Что опять? Ну-ка покажи, что у тебя за кушаком. О чем ты? Выкладывай, что прячешь. Совсем забыл. Собирался сдать. Да вот, забыл.
Ага. Так что, сдать собирался, говоришь? Честное слово. Аллах свидетель. Я даже не знаю, как из него стреляют. Ну вот что. Идите. Идите. Да. А как ты догадался, что у него оружие? А я этих гадов насквозь вижу, Сергей Николаевич. Здравствуй, Зиба. Здравствуй, Кирилл. А ты не Ясага дома? Это ты, Керим? Входи, входи. Здравствуйте. Что так рано приехал? Атаньяс Агавелио. А у нас для тебя есть радостные вести. Баяга совершит молитву и скажет, а пока посиди. Садись, дочка. Попей чай. Хорошо, что быстро приехал. Молодец, Керимджан. Как там? Все в порядке? А? Все живы, здоровы? Если вас беспокоят татары, то все хорошо. Травы много, корма достаточно. А кот уже заканчивается. Ждали? Думали, вы приедете? Я не о баранах говорю. Я спрашиваю, как дела? Как здоровье чабанов? Что ты на меня так смотришь? Ну, вы самый большой бай и спрашиваете о здоровье чабанов. А что тут удивительного? Я всегда думаю о вас, Кирим. И позвал я тебя, чтобы поговорить об этом. Все в мире, сынок, пошло прахом. Люди будто кошка с собакой ненавидят друг друга. Споткнешься, не поднимут. А мне бы хотелось жить, как жили наши с тобой деды, и как прежде. Хочу делать людям одно добро. А вот большевикам не по нутру, когда богатый помогает бедному. А разве это плохо, если простой, как ты, чабан, станет в своей кибитке жить, Керимджан? На днях я услышал, что Каракоч собрался сбежать за кордон. Я тут же подумал о тебе и пошел к нему. И попросил его, чтобы не разлучал тебя с матерью. Оставил ее здесь. Каракоча ты сам знаешь. Он свое не упустит. Жадный человек. Я не поскупился. А кроме того, для вас и кибитку выкупил. Теперь у тебя, Керим, свой дом есть. Аллах даст, я тебе и невесту туда приведу. Будь счастлив, сынок. Будь счастлив. Спасибо, Баяга. Я этого никогда не забуду. Спасибо, Баяга. Это теперь наша кибитка, сынок. Вот. Ой, а что в ауле происходит, понять невозможно. Проходи.
Бедняки вступают в колхоз. А кто не хочет, того батыр байским хулуем считает. А еще говорят, что он убил Каракоча. Убил? Да. Когда тот переходил границу. А Танияза он назвал врагом народа. Ну, какой же он враг. Ты, когда будешь в конторе, тебе обязательно там про это скажут. Смотри, сынок, будь верен нашему благодетелю. Изиба несколько раз приходила. Спрашивала, чем помочь. Еще она сказала, что я очень счастливая мать. Потому что у меня такой сын, как ты. К нам пожаловал. Наконец-то. Здравствуй, здравствуй, Теремджан. Здравствуйте. Давно не виделись. Хорошо, что пришел. Иди, садись. Есть о чем поговорить. Садись. Возьми, пожалуйста. Кирилл, а дружок твой, вожак нашей комсомольской ячейки? В детстве мы друг без друга и дня прожить не могли. А теперь видимся редко. Ну, что поделаешь? Да, Керим, помнишь, как мы с тобой набегли, хомут надели и в реку вниз головой окунули? А это еще зачем? Бегли, байский сынок, он мне не давал проходу. И Керим его голову то окунет, то вытащит, то окунет, то вытащит. Окунет? Хорошо. Но зачем вытащит? Бегли, плачет, кричит, а Керим держит его в воде и приговаривает. Кричи, кричи громче, может, певцом станешь. Потом прибежал старший брат Бегли, хотел расправиться с нами. Но мы вовремя удрали. Я вижу, вы отчаянные ребята были. Мальчишки. А вы сейчас не старики. Да, Керим, ты сильно изменился. Я все время в песках. Да и потом у каждого своя судьба. Но теперь пришла пора изменить свою судьбу. У нас в колхозе новая жизнь. Каждый хозяин своей судьбы. Ну, Рали, завари свежий чаек. Ты пасешь отару от Аньязбая? Да, его. Слышал, хотим провести повторную перепись скота. Слышал. Сколько овец в твоей отаре? 620 голов. А всего отар? Говорят, что 12. Точно не могу сказать. Хм. А вот скажи, сколько твоих личных овец в отаре? Не знаю. Только Баяга говорит, что ему для меня всю отару не жалко. Ты что же думаешь, что Бай не обманет тебя? А почему он должен обмануть меня? Я работаю честно. А что, Бай честных людей не обманывает? Нет. Батыр, постой! Батыржан, спасибо. Сколько жить на свете буду, столько буду тебя благодарить. Да что случилось? Как что случилось? Корову, что вы дали мне как бедняку, теленка принесла. Отелилась, говоришь? Да. Он кричит, му-у-у. Теперь дети мои каждый день молочко станут пить. Это очень хорошо. Я рад за тебя, Мерген. Еще как хорошо, я и сам рад. Только благодарить надо за это не меня, а советскую власть. Пусть живет советская власть. Да здравствует советская власть. Спасибо тебе, председатель. Живи 100 лет. Вы что замолчали? Не помешал? Да нет. Мы тут с Керимом беседовали. Керим, ты о колхозе не думал? Если нужно, я хоть сейчас получу баранов своих и сдам в колхоз. Да нет, ты сам-то собираешься в колхоз вступать? Нет. Не хочу. А почему?
если можно по закону, не вступлю. А ну-ка, иди сюда. Ты что же это? Бедняк. А в колхоз не хочешь вступать? Если по закону можно, нет. Что? По закону говоришь? А то не я сдал ему кибитку. Вот он и смотрит на мир, оглядываясь на байский подарок. Скажи... Да скажи тебе, бай, умри, и ты умрешь. Неужели ты не понимаешь, что он бросил тебе эту кость, как собаки? Ну вот что, парень. Если что, пеняй на себя. Постой. Ты не обижайся. Мы не хотим зла. Тут главное... Ну, как тебе объяснить? Надо, чтоб ты думал своей головой, а не подставлял шею под ярмо. Ты пораскинь мозгами, что к чему. Скоро приедет. Откровенно говоря, я и сама бы хотела, чтобы Чары приехал и вступил в колхоз. И был бы с нами рядом. На чай. Ты, иди, иди ко мне, сынок. А знаешь, у нас в ауле теперь все по-другому. И люди тоже какие-то другие стали. Днем они трудятся, а вечером учатся грамоте. Кирим, ты бы видел, как дружно живут в колхозе. Словно одна семья. Салам алейкум. Проходи, Зиба, проходи. Ну что ж ты встала? Проходи. Что это у тебя? Платье пришла скроить? Да. Очень хорошо, проходи. Не стесняйся, садись. Сейчас посмотрим. На, возьми братика. Поиграй с ним. Ну-ка. К празднику хочешь шить платье? Что ты молчишь? К празднику шьешь платье? Скоро на пастбище поеду. Слышишь, Кирим? Зиба хочет к вам на пастбище ехать. Понятно. Надоело дома сидеть. На свежий воздух захотелось. Да. Она у нас такая стала. Не налюбуюсь я на нее. То все улыбается, то что-то напевает. Я ей говорю: Зиба, уж больно ты весела стала. Не влюбилась ли ты? Ну-ну-ну, куда ты? Я ж тебе еще не скроила. Она у нас и так красавица. А если новое платье наденет, то всем парням голову вскружит. Кирилл, ты все жалуешься, что на пастбище скучно. А вот Зиба для пастбища новое платье шьет. Если Зиба приедет, скучно не будет? А? Кирилл, что-что сказал? Зависит от Зибы. Ты слышишь, Зиба? Он говорит, что настроение на пастбище будет зависеть от тебя. А потом сошьем тебе платье из зеленого шелка. А вышивку украсим бирюзой. Так, чтобы каждый камешек был отдельно. Вот увидишь, будет очень красиво. Поверь мне. Здравствуйте, Нагуледжи.
тоже не здороваетесь. Стыдно здороваться с байской женой. Ах, да! Они теперь большевистские начальники. А может, ваш сын поздоровается? Нет его. Ты в доме пусто. Понятно. Богатства нет, презрением живете. Ох, какая труба. Говорят, она петь умеет. Это правда? Вот потех. Говорят, с этой железкой не соскучишься. А может, она плакать, как ребенок. Смеяться. Может она согреть ваши руки своим теплом? Нет. Холодно у вас в доме. Пусто. Она гулит же. Она гулит же. Ну поймите, вы ведь я девчонкой была. Ну богатство мне захотелось. Ну неужели он ничего не понимает? Это я так пошутила. Дядя Батыр, дайте пострелять. Пострелять? Да. Кого ж ты стрелять собираешься? Смачей хотим пострелять. Смачей это хорошо, но вам еще рано. Вот вступите в ряды Красной Армии, тогда и постреляете, хорошо? Хорошо, дядя Батыр. Дайте пострелять. Мы тоже хотим посмачи. Киримжан. Все на пастбище? Да. То-то тебя давно не видно. Я хотела поговорить с тобой. Если не торопишься, зайди. Хорошо. К нам. Дядя Батыр. Вам грустно? Вы хотите быть счастливым? Женитесь на мне. Женюсь обязательно. Иди играй. Сейчас я тебе, девочка, напою молочко. На, пей. Бедняжечка. Ни отца, ни матери. Чья ты? Пришла откуда, не знаем. Как с неба свалилась. А ведь у нас тебя так и зовут. Небесная девочка. Пей, пей, моя хорошая. Смотри, какой джигит вырос. Просто сердце радуется. Спасибо. Сейчас сюда Зиба придет. Я ведь знаю, что вы...
Говорят, тебя в аулсовет вызывали. Да. Вступаешь в колхоз? Я им ответил нет. Тебя не избили? Нет. Нет? А что же люди говорят? Что Батыр кричит на всех. Дерется. Старших перестал уважать. Все законы забыл. Словно бес у него вселился. Ничего вокруг себя не замечает. Никого видеть не хочет. Ходит черный, как тучи. Хоть бы улыбнулся раз, хоть бы слово сказал. Сердце у него ледяное, да нет, каменное. Уходи, Керимджан, оставь меня одну. Иди, я сказала! Thank you.